В ближайшие выходные, в преддверии Дня туризма, музеи округа распахнут свои двери для всех желающих по бесплатной программе. В обычные дни льготы распространяются на многодетные семьи инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. 25 и 26 сентября можно посетить бесплатно постоянные экспозиции Краеведческого музея и картинной галереи «Люберец». Музей поселка Малаховка будет открыт для свободного посещения в субботу, 25 числа.